Питание любого аппарата, машины, прибора немыслимо без обработки разнообразных отверстий. В том числе отверстий малого диаметра. Традиционным технологиям присущ ряд недостатков. Например, при сверлении быстро изнашиваются и часто ломаются сверла. Их извлечение из детали представляет серьезную проблему и требует разработки специальных методов. В данном случае обломки извлекаются взрывом. Отверстие диаметром порядка нескольких десятков микрон можно получить электроэрозионным методом, однако он малопроизводителен. Многие недостатки традиционных методов исключаются при использовании лазерной технологии. Прошивка отверстия занимает несколько миллисекунд. Лазерной обработке доступны практически все известные материалы. Возможна автоматизация процесса с получением отверстий в деталях по любому запрограммированному контуру. Отсутствие механического контакта инструмента с материалом полностью исключает саму возможность поломки или изнашивания инструмента. Сущность лазерной прошивки заключается в расплавлении, испарении и выбросе металла из зоны обработки. Однако не всякая плотность мощности лазерного излучения достаточна для прошивки отверстия. Плотность мощности лазерного излучения должна быть порядка нескольких миллионов ватт на сантиметр квадратный. Глубина и диаметр отверстия при заданных условиях фокусировки определяются энергией и длительностью импульса. Энергию импульса можно изменять накачкой импульсных ламп. Установкой специальных фильтров. Диафрагмированием луча. Увеличением энергии импульса увеличивается диаметр отверстия. Увеличение энергии импульса увеличивает также глубину отверстия и изменяет его форму.
отверстие можно изменять и за счет смещения положения фокуса относительно поверхности детали. Отверстия наилучшего качества получаются при фокусировке луча на поверхности материала. Поднятие или заглубление фокуса приводит к увеличению диаметра отверстия. А наибольшая глубина отверстия достигается при фокусировке на поверхности материала или с некоторым заглублением фокуса. Лазерная прошивка может осуществляться за один импульс. Или многоимпульсно, при меньшей энергии одиночного импульса. Многоимпульсная обработка повышает качество отверстий, особенно в материалах с высокой теплопроводностью. Эффективно применение лазерной прошивки отверстий в форсунках из легированных сталей. Лазерное излучение позволяет получать отверстия порядка десятков микрон в алмазных фильерах для волочения сверхтонкой проволоки. В часовой промышленности лазерная обработка примерно в 10 раз по сравнению с традиционными методами увеличивает производительность при прошивке рубиновых камней. Лазерное сверление отверстий в металлах и неметаллических материалах – современный, высокоэффективный технологический процесс.